Ребята, вы на канале Маруся Пэтс, и сегодня будет такая рубрика. Я буду открывать новую рубрику рисования. Конечно же, она будет съемка немедленная, а я ускорю ее. Вот. Мне понадобится обычный листок А4, карандаш и ластик. Также мне понадобится компьютер, на котором картинка. И сегодня я буду рисовать вот такого Каина. Приятного всем просмотра! Карандашом, и сейчас я буду его обводить черной ручкой и раскрашивать. Thank you.
ребята, у меня кайн получился. Здесь я добавила еще вот такую надпись за кадром. И я случайно закрасила желтым вот это вот, бежевый цвет, поэтому за кадром я тоже это исправила. Конечно, у меня хоть это нарисован такой прям бежевый, но он не отдает цвет все-таки бежевого. Вот, поэтому он немножко... Может быть, на камере это не видно, но на самом деле он немножко ярче, чем бежевый. Обязательно пишите в комментариях, какого еще персонажа из мультиков «Король Лев» или «Не Король Лев» именно животных мне еще нарисовать. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, ребята!